Мася с утра на балконе. Вместе с папой. Вот такое сегодня у нас утро. Уже 20 градусов, 22. Я думаю, надо одевать шорты. Ну, не шорты, хотя бы свои, ну, такие, как они называются-то. Наверное, одену все-таки полегче. Время 8. Время 8. Да что же он там не дает мне говорить ничего? Папа убрался у себя во всех ящиках. Нашли его летние ботинки, плетенки. Он полностью убрал весь свой шкаф, все разобрался с утра. Идет сейчас мыться и бриться. Вчера я его подстригла. В общем, собираемся на дорогу. А Мася будет у нас здесь скучать. Пока одна. Наверное, вечером приедут девчонки ее кормить. Все, Мась, будем прощаться скоро. Плакать я буду. Вон Риточка пошла тоже на автобус. Скоро мы поедем тоже в Москву. Она, видишь, пораньше поехала, чтобы не жарко было. Риточка поехала домой, в Москву. А мы скоро на Москву, только не скоро, а еще только в 11 поедем. Это еще сколько тут? 3 часа еще, короче. Да, сейчас я буду полностью менять то, что я приготовила, менять одежду. То, что я приготовила, не пойдет в дорогу. Сейчас одену легкую кофточку, блузу, прям такую шикарнейшую, легкую. И свои, как это, короткие брюки. Все. Кроссовочки у меня в сеточку. И на голову шапку, наверное, ну, эту кепочку, и тогда можно будет доехать. А то, что я приготовила брюки, они не пойдут, да, Мась? Конечно. Ну все, давайте-то, мои ребятки, может быть, встретимся в поезде.